Вы все говно! Не передать словами, как мне тяжело было оторваться от своего любимого киберпанка. Ну кто-то же должен, блядь, отправить кучку инграмм человеческих в космос. Так, шлеп-шлеп-шлеп, это что-то где-то капает или это кто-то шлепает? Так, в общем, пока я смотрел на загрузку, в общем, тема такая. Мне надо съебаться нахуй с этой теты и отправиться на Омикрон, чтобы спуститься в жопу, в бездну нахуй, к этому ковчегу. И да, Омикрон — это отсылочка, видимо, к Футураме, блядь, потому что там была планета каких-то агрессивных пидоров, Омикрон Персей 8. А здесь почему-то эти кишки красные, блядь. Или это типа как симбиоты, что ли, типа? Ну, черный — это Веном, а красный — это Карнейдж. Ну. Что, блядь? Селенок не хватает открыть, да? Эх ты, блядь, тряпка, нахуй. Бесхребетная. Ну там, собственно, смотреть-то особо нечего. Ну, трупешник, нахуй. Бля, ну там вон этот пульт управления, в который я тогда сесть ни, сука, не мог, нихуя. Я, кстати говоря, раненый до сих пор, блядь, то есть у меня один хит и пиздец, ну реально какой-то прям этот самый, не хватает только, блядь, зубов нахуй этих ебаных. Это, короче, что-то типа как Карнейдж или как из Resident Evil какая-то сранина, блядь, это там такие вот ходят всякие типы. Бля, пару слов о киберпанке надо, блядь, донести до людей мысль, что Джуди топ, а Панам говно. Я как бы, ну, домутил, короче, с Панам, и поебушки нахуй в танке, конечно, вообще, и как-то, и постановка сама этой сцены не очень, и не чувствуешь, блядь, удовлетворения какого-то, потому что, ну, с Джуди там прям так лампово, так это романтично, красиво, нежно, блядь, а с Панам, блядь, ну, как в дешевой порнухе, отвечаю. И я не знаю, это вот у всех такое, ну, не знаю, ну, наверное, не у всех, потому что кто у меня на ПК играет, они говорят, что такого нет, но вот у меня на Соньке, например, Джуди, блядь, вчера, нахуй, перехуярила людей в миссии больше, чем я, блядь, потому что она просто бросается в мясо, нахуй, всех пиздит, блядь, и кулаками, и стреляет, а по нам, блядь, во всех миссиях. Даже когда толпа людей, блядь, все пиздятся, а по нам тупо стоит. Она всегда просто тупо стоит и пиздит, ни единого выстрела не делает. Совершенно бесполезное существо. Так, чернилки поплыли, ладно. Все, отвлечемся от кибернетических баб, пойдем страдать. Бля, мне бы эту сиську жмякнуть, а? Ну, с одним хилсом ковылять. Ага, я вас понял. О, мне еще решили показать катсцену, как он меня загандошил, спасибо. Я ценю. До этого просто, типа, экран мерк, и, типа, вы погибли, блядь. А тут он меня еще и схватил, блядь. А, стоп, я еще не умер, это, типа, катсцена. Я просто, блядь, сижу такой и думаю, а какие у меня были варианты? Как мне можно было от него съебаться, нахуй? То есть это так и должно быть. Ладно, окей. Это я уже начал продумывать стратегию, думаю, как вывернуться из этой ебаной ситуации. Блять, жетона не снял, сука, опять будут звенеть, блядь. Don't move. It's okay. Чё? What? It's over now. Relax. What the... Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. Ты умерла, как бы. You don't want me? Yes. Of course, but what happened? They fell in love. Да. Нехило тебя этот чувак приложил. У тебя такие приходы пошли заебатые. Так, а я что? А я где? Да, я... Да. Я догадался, что врос в эту хуйню, блядь. Но это уже как в чужом, как бы они, да, типа вот каким-то хуем собирают людей в эти в какашки нахуй в свои, блядь, в слюни, в слизь, блядь. Один вопрос, зачем? В чужом это было обусловлено тем, что ты, ну, как бы это, тебя они вот притаскивают нахуй, откладывают перед тобой яичко нахуй, и яичко трахает тебя в рот, а потом у тебя из груди вылазит чужик нахуй.
А здесь какой смысл, блядь, в том, что они тебя, блядь, пришпандоривают к этой хуйне? Так, а я теперь... У меня как бы экран не так плывет, но он всё, сука, хромает. То есть у меня один хит или нет? О, открыли эту бибику. Причем этот ублюдок... Бля, хотел ее просканировать, не забыл, что здесь нет сканера, блядь, как для банки. Причем этот ублюдок... Он тупой, что ли, совсем? Он ничего не видит, что я как бы, ну, типа, робот, как бы, меня смысла-то нету, блядь. Что-то со мной делать. Так. Так, а... Ну, а ты этот свой... Хуйню эту не хочешь достать, нет? Ну, чтобы включить вагончик, нет? Эх, ладно. Ладно, давайте теперь сюда пойдем. Там нам пизды дали, может быть, больше повезет. Зачем? Они как бы не мертвые, походу, они типа живые, но я не понимаю. Пока логики этого хуесоса, зачем ему это надо? Думаю, в следующий раз... Да-да, я догадался, что ты здесь лазишь. А, вон он, сука, идет. Я думаю, в следующий раз он не будет таким милосердным. Он меня просто ёбнет сразу. Меня увидел, что ли? Да съебись ты нахуй, а тут что-то там встал, блядь, тварь. А чё он завис-то, блядь? Чё он хочет? А, кстати, это другой, это без руки, по-моему, опять ублюдок. Он был с руками. Бля, их хуй поймешь, блядь. Или они у него что, выезжают, блядь. Тупо отсюда, блядь. Если я еще что-нибудь видал, нахуй. Блядь, темно, как я не знаю, где она. Вообще нихера не видно. Бля, главная проблема в том, что этот хуй, он не контрится. То есть, как бы, ну... Нет такого варианта, да, что, типа, блядь, заскочил, дверь закрыл, и он идет нахуй. Бля, он, по-моему, стригерился, он меня что, услышал? Угу. Ни хрена не вижу, бля. Ага. Ага. И? Блядь, а что это за кораллы вообще тут растут? Блядь, ну ляж ты, сука, проползи, дебил! Что так сложно? Короче, я вас понял, да. Тут не пройти нихуя. Пройти, видимо, можно только там, блядь, где этот хуй лазает. Наивно было полагать, что можно по-простому как-то это все пройти, блядь. По-простому это не наш профиль, блядь. Ну что это, блядь? Ну? А нахуй сюда вообще тогда идти, блядь, если здесь нет выхода, блядь? Вот мне вот интересно, блядь. Дорогие разработчики, может, у меня, блядь, как-нибудь объяснить эту историю? Не, ну тут, короче, без вариантов, походу. Вообще, ну никак. То есть надо было идти там, где он лазал. Пиздец. Я не хочу там идти. Я, может, здесь хочу идти. Я там, сука, по-любому где-нибудь здесь стоит рядом. Блять, эти еще тут хрипят уебаны, блядь. Мало того, что он там кряхтит, так еще эти тут пидорасы. Ну, где он, блядь, теперь? Я понял, где он, блядь, только мне... От этого вообще нихуя не легче, потому что я ни хрена не вижу, блядь. Уж в натуре надо было яркость игры выкрутить. Я даже не вижу, блядь, где двери открываются сюда. Блядь, что ты так тихо-то ее открываешь, да? Ты еще, блядь, фанфары ибо. Серьезно? Что за ебаный рот, нахуй? Ну и? Блядь, там тупик, здесь тупик. А куда идти-то тогда, нахуй? Ой, блядь.
Так, а насчет вот этого, что-то, по-моему, Серега мне ничего не сказал. Как там, чего, блядь, куда, нахуй, зачем? Опа. А тут свет можно врубить, да? Давай вниз срулим. Ну. Ну. Откройся, блядь. А, ну конечно, блядь. Здесь ебаный замок. Ну, привет. Иди в пизду, блядь. Иди в пизду. Что это? Да что это, блядь? Ебать, он слепой, нахуй. Я прям на него вышел, а он меня не увидел, блядь. Дебил. Так, может, пока он туда шлепает, я сам туда прошлепаю? Ту дверь? Ну, а вдруг? Может, у нас с ним одинаковая проблема? Может, он тоже ни черта не видит в этой темнотище, нахуй? Ну, было бы неплохо, конечно бы. Может, он только на звук ориентирует? О, хилка, хилка, хилка. Ну, я надеюсь, что это хилка, блядь. Ну чё, облегчало тебя? Все, ты теперь крутой, ты теперь терминатор? Так, ну он вроде больше не разматывается. Полезно, да. Так, я за собой дверку закрыть могу? Могу. Сюда-то он не залезет, я надеюсь. Ему... Его строение тела не должно позволить это. Но я почему-то уверен, что он тут нихуя не один. Вот, ну, по-любому он не один. Инфосотка, нахуй. Еще, наверное, тут парочка таких лазит, хуеплетов. К тому же Серега что-то такое говорил, что, типа, блядь, легко, когда он один. А когда их не один, это уже нелегко. Ёпа, народ. Так, если что, там есть хилка, походу. Блядь, сука, спина чешется. Не вовремя. Так, ну куда идти-то, блядь? Куда не сунься, блядь, везде пизды дадут. Так, тут рябь пошла, значит, он где-то здесь. Ага, он не здесь, он вон там. Блядь, опять единственный выход, как обычно, закрыт, блядь. Ну, я не знаю... Так, хилочка. Ну, хилочку мы пока не трогаем, потому что... Я думаю, я тут спалюсь еще раз здесь, нахуй, пизды получу. Надо только не забыть, что у меня две жизни. Два раза вот он меня поймает, а потом уже надо хилочку. Ну, тут хоть светло. Ёбаный тарот, нахуй. Ну, я, как кажется, понимаю, что мне надо... Мне, скорее всего, надо, блядь, найти какую-нибудь кнопку, чтобы включить, нахуй, поезд и уехать отсюда. Блядь, проблема в том, что... О! А это не та, часом, дверь, в которой я ломился, но не мог проломиться. Ой, блядь. Проблема этой ситуации в том, что... Тут еще какие-то типы, блядь, кряхтят, блядь. Ну, как бы мешает она. Но проблема в том, что какая там нахуй кнопка, блядь. Вообще хуй знает, куда тут идти, блядь. Лабиринт ебаный. И ладно, блядь, лабиринт. Ну, найду я эту кнопку. А как я потом обратно так к поезду выйду, блядь? Нет. Какая-то ебаная жесть происходит. Хуёво, блядь, это все кончится, нахуй. Честно говоря, я думаю... И опять буду страдать и жалеть, что не сел играть в киберпанк, ну. А, блядь, да шиши все на квадратик нажму по привычке. Вот. Ну вообще не видно ни хрена. То есть я вижу дверь. Дверь я вижу, а вот его я не вижу.
Это, блядь. Чего? А, так это от тебя уебано, у меня ряд идет. Сука, блядь, ебалок тебе дал. Слышь ты, блядь. Для мертвого это слишком разговор. Конечно, в таких ситуациях это не... А, понятно. Я тебя понял. В таких ситуациях это не совсем правильно, но как бы... Увы и ах, но, по-моему, нет другого выхода, кроме как идти на свет. Ну ты, блядь, иди справа или слева, нахуй. Чё ты встал, говно? Бля, они какие-то тёпленькие, по-моему. Или это я такой везучий, либо они такие тупые. Открылась дверь. Он вышел прямо вот передо мной. И он меня не увидел. Как это работает? Заебись. Она была открыта, а я за... Как два, что ли? Ну, охуенно, блядь. Тут тупик. Ну, естественно, тут тупик, нахуй. Бля, мне надо оттуда выкурить как-нибудь. Прям рядом с дверью там трется, сука. У меня есть идея, как его выкурить, но, бля, я пока не особо понимаю, чем. Так. Вот сейчас он меня здесь, нахуй, запалит. Тут прям по-любому. То есть, когда я иду рядом, сука, с ним, блядь, он меня не палит. Давай, уебывай отсюда. Так, ну здесь еще один лазит, прям по-любому, наверное. Короче, я не совсем понимаю их механику. Тот, который там лазил с руками, который был, блядь, он прям вообще агрессивный пиздец какой был. Он прям, блядь, сука, только увидит, нахуй, сразу, блядь, визжать начинает, как резанный, блядь, бросается, пиздит. А эти что-то, блядь, прям под носом у них проходишь, а им похуй. Странно, блядь. Так, ну окей, хорошо. Я пришел куда-то. Куда, бля, пришел? Хуй знает. Зачем? Тут замок. Ну и? Ага. Ну, естественно, он, блядь, открыл ее, да. Так, мне надо понять, что мне делать. Тут как бы, по-моему, ни хера нет, а это как бы, ну, тупик. А куда мне еще идти тогда? Хули, он же, бля, из пластика сделан, этот хуй, блядь. Он же не может, бля, перемахнуть через вот эту ограду и прыгнуть вниз просто. Мне просто интересно, он повернет здесь, нахуй, или он до конца пойдет? Ну что, он вообще съебался уже отсюда. Я его жду. Бля, может мне жмякнуть эту штуку? Ну, а что еще делать-то, блядь? Блядь, идей у меня как-то больше особо нет, как таковых. Ага, жмякнул, блядь. Так, погодь, вот это...
Ай, бля, я думал, это какой-то рубильник. А это... Тихо. Ну, пиздец мы теперь. Сейчас они все сюда слетутся, слетятся по-любому. Я хуй, я такой шум поднял. Ну все, я завел же, да? Я ее завел, теперь она к поезду идти, наверное, да, скорее всего. Ну, как бы это логично. Ну да, логично. Логично, никто не спорит. Другой вопрос, как это сделать? Бля, в таких вот ситуациях прикольно, когда ты делаешь какой-то, ну, тяжелый путь, проходишь, да? Ага. Обратно-то будет сложнее, видимо, пройти. Когда ты проходишь какой-то тяжелый путь, а обратно, ну, как бы, по-простому можно добраться, а не, блядь, тем же самым тяжелым путем, ну... Короче, у меня есть план. Все зависит от того, что он будет делать. Блять, он сделал... Не то, что я от него ожидал. Мудак. Лошара, ну... О! А раньше тут была красная. Ну, пойдем сюда, нахуй. Ёб твою мать. Ну мы куда-то пришли и, видать, в какое-то страшное место. И что мне предлагают сделать? Мне что предлагаете? Сигануть туда, нахуй? Нет. Я отказываюсь, я не буду, блядь, туда прыгать. Это ж самоубийство, нахуй. Ну, блядь, лестница-то должна быть где-то, Короче, выбора у меня нет. Прыгаем, нахуй! Мне понравился этот вот прикол вообще, это было круто. Стою такой, ломаюсь как целка, как в каком-нибудь вот хорошем фильме. Герой такой стоит, типа, блядь, да нет, я не буду прыгать, да вы что, ну это же самоубийство. И тут просто выходит бледина, и как бы она тебе говорит, что, сынок, ну пиздец, у тебя нет выбора, нахуй, прыгай. Либо ты умрешь так, либо сяк. Типа, сделай свой выбор, короче, ну типа, как бы это... Прими смерть на своих условиях, да? Типа как в этом, как, блядь, в киберпанке. Куда лезу, хуй знает вообще. Ну, вроде как лезу, значит, или, блядь, значит, так надо. Ну, а туда как? Ну, я не понимать. Я же упаду. Значит, не туда. Мне бы чекпоинт какой-нибудь, я же по-любому где-нибудь ёбнусь сейчас, нахуй. Я же, блядь, кривой, блядь. Бля, у меня прям как-то это, нахуй. Ты так резко-то не дергай, бля, Хуя он там, блядь, соспрыгнул с него как. Так, ну и? Куда? Куда теперь? Бля, я же перевозбудился немного от такого экшена дикого. Ау. Интересно, меня хитануло, ну, типа, я хит получил или просто так, типа, блядь, у меня экран не моргнул. Ясно, понятно.
Так, ну вроде пока я неплох. Так, вот тут сейчас опять эти терпилы будут ходить 100%. Так, если что, тут есть хилочка. Ясно. А чё она вырубилась, эта хилочка? Слышите, бля, я, может, хотел... Подожди, а я правильно сижу? Ага, обратно, хуй. Не понимаю. А! Дверь открыл. Окей. Блять! Слышь ты, псина! Я думал, я умер. Второй раз уже за сегодня я думал, что я сдох, блять. А это типа так и должно быть, это типа катсцена такая. Ёбана рожа. Короче, меня смыли в унитаз, я понял, да? О, кого-то тоже смыли в унитаз, видимо. Ёпт. У него какой-то ебальник слишком много. Руки нет. Разрушенные мечты ачивка. Fuck no! Это как из мемасиков, блять. Что-то он как-то это. Из него даже воздух до сих пор идет, но он как-то, бля, не похож на того, кто валяется, хуй знает сколько, на дне океана. Ну ладно. Ой, начинается моя любимая часть — брождение по ебаному морскому дну. Вот, блядь, тут, ну, вот меня больше всего, наверное, угнетает в этой игре, по морю ходить, блядь. То, что тут такой ебаный лабиринт, тут вообще ни черта не ясно, непонятно, куда идешь, зачем, блядь. Ну ладно, ладно. В игру добавили экшен уже кое-что, блядь. Это только дебильные какие-то загадки, нахуй, страдания, блядь. О! Вот эти вот штуки. Вот эти вот штуки. Ох, нихуя себе, что это? Alright. Let's find Omicron. Это есть Омикрон? А что это за какие-то, блядь, сферы, нахуй? Шарики, бля, воздушные. Что-то как-то тут, блядь, недружелюбно, нахуй. Что-то Серег, по-моему, про Микрон мне тоже там говорил, что ему там тоже очень нравится и что там тоже очень жопы ебут. Бля, вот не понимаю этих товарищей, нахуй, своих, блядь, которые любители, когда им жопы ебут в играх, нахуй. Вот эти вот фанаты Crash Bandicoot 4. Больше хардкора, блядь. Больше нервотрепки, нахуй. Зачем, блядь? В играх надо чилить, нахуй, вот, блядь, как я вчера, блядь. Катался на американских горках с Киану Ривзом, ебать его в рот. Где вы еще такое видите? Ну, как-то, блядь, не знаю, а что это вообще? Они пустые внутри. Какие-то сферы, блядь, зачем они на цепях привязаны, блядь? Может, там... О, там что-то чуть написано. Отказ питания. А если бы питание было, что бы ты делала? Летала бы нахуй? Ну, окей. Ладно, как свет горит, в конце туннель, пойдем туда. Что это, блядь? Просто лампочка какая-то беспонтовая. Ну, окей. Это Омикрон или это просто какой-то домик, нахуй? На... Домик в деревне, блядь. Два-двой. Ну да, оно типа, да, биохазард. Блять, в Resident Evil такие значки обычно говорят, что лучше туда не лезть. Эй, come on! Open up! What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay?
Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Что-то как-то, блядь, для одного трупа слишком много голосов там было, я запутался, но суть в том, что они вот два чувака эти, видимо, они съебывались с Тета, того кончили сразу прям на выходе, а этот добежал, сука, до Омикрона, а его, короче, как суки, они его не пустили нихуя. А интересно, на карантине они имели в виду что, блядь, карантин у них? Типа, ну, как бы, вот тут они поросли этой дрянью. Или, блядь, наоборот, они, типа, на самоизоляции там отсиживались, нахуй, и никого не пускали к себе. Просто тут толком так и не объяснили, что это, блядь, за тентакли повсюду разрослись, нахуй. От чего, зачем и почему. Так, есть там и есть там. Куда лучше пойти? Ну, давай сначала туда. Он как побезопаснее выглядит. Потому что там, блядь, прыгает сейчас. Лазает. И что это за шары? Нахуя они здесь вообще? А, да-да-да. Вот какая-то опорная вышка, нахуй, как над эти была. Я просто позапамятовал, сколько там вообще всего этих станций, блядь. Ну, как бы, конец-то где? Ну, далеко мне вообще до финала-то еще. Что? Не подходит моя эта штука. Почему? Не знаю. Ну ладно. Тогда по старинке. Ага. Я вас понял. Еще варианты? Ага, заблокировано. Нахуй я. Аварийные. Да и ладно. Ну ладно. Перед сливом необходимо открыть клапан и пучин. Сливом? Каким сливом? Вы в океане, ебать. Вы что, океан решили слить? Я не понимаю, что-то нихуя. Что? Да ладно! А! Смотри-ка. Другое дело. Блять. Целый квест. На. Ага. И теперь вода отсюда сольется. Я понял. Что за слив? Фуш. Кстати, знакомое словцо, блядь, в Бенди тоже там был куш. Когда надо было слить чернила или скажем. Ну? Отказ питания. А, ну она и так открылась. Ну и хуй с тобой. Пошел в пизду. Говна. Кусок, блядь. Так, ну и что тут у нас? Да, хорош. Я в домике. Звуки террора. Рили. Но я же в домике. Меня здесь никто не должен обидеть. По идее. А ты кто? Неразговорчивый, да? Да, я заметил. Ну-ка ты мне что расскажешь. What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. I'm trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Блять. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human.
It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Ну да. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Ну, да. Cat, why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Тут странно разговариваете, блядь. Только я хочу отойти, они начинают болтать. The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Да, я вижу, они установили. Они, по-моему, убили больше людей, чем спасли. Ну. Catherine. Да, я так и знал. Are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figure there must be a way to know. Know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. I mean... That's an interesting observation. Мне тоже в Торонто больше нравилось, если честно. Я просто, блядь, вот тут, я просто жду. Вот я сейчас только, блядь, попытаюсь это делать, опять начнут пиздеть. Нет? Давайте поболтайте еще о чем-нибудь. Хули, у вас такой интересный разговор. Не, на самом деле, кстати, да. Вот она какие-то интересные вещи такие говорит, ну, типа, как-то, ну, типа, он как бы робот, ну, как бы они все, типа, не люди, они мертвые, блядь, или роботы, не роботы, блядь. Эти, блядь, инграммы, нахуй, Джонни Сильверхенда говорящие, блядь. Не хватает только харизмы и большого члена. Ну, то есть, как бы, с точки зрения, да, вот, не знаю, философии или чего, блядь, бытия, хуетия, блядь. То есть, могут ли они считаться живыми? Как бы, они же не живые, но, как бы, они ходящие и говорящие, и у них есть сознание. Возможно, даже что-то напоминающее душу, блядь. И, кстати, да, вот, я в какой-то там серии, то ли в прошлой, то ли в позапрошлой, задал такой вопрос, типа, вот этот вот Чурбан Железный, он... Чурбан Железный, который считает себя Саймоном Джаредом из Торонто? Или он реально как энграмма Саймона, загруженная в робота? Потому что если бы он был просто железкой с набором мыслей, какого хрена ему тогда снился сон? Ну, ему приснилась его тёлка. Если бы он был роботом, его как бы эта тёлка вообще не ебать не должна, блять, он её как бы просто помнит, типа, ну... Он её просто помнит. Но, когда он попал в пиздорез, из всего, что у него в башке, из его воспоминаний, ему приснилась именно тёлка. Как бы, любимая, которую потерял Саймон, и она ему приснилась. То есть, ну, как бы, у робота нет уже чувств таких вот, да, как бы. А ему приснилась именно тёлка, и как бы, ну... И да, я как-то вот так витиевато подошел к вопросу, который мне задала Юлька. Снятся ли репликантам сны? Ну, то есть роботам. Я понимаю, что мы не в фильме «Я робот». И здесь как бы ему... Ну, блядь, сложно. Ну, в этот раз мне хотя бы даже интересно стало задуматься на этот счет. Ну, как бы... Нахуй ее. Громит тут все. Ой, ёб твою мать!
Я пошел, все, пизду. Нет, я даже не хочу этим заниматься. Я просто знаю такие вещи. Вот эти вот, где надо крутить эти штучки, нахуй, это такой геймор. Пойду лучше наверх, посмотрю, что там. Пизду. Нет, нахуй. Я отказываюсь. Куда надо, блядь? Пизду, блядь, сговорила опять, манда. Ну тут нет ничего. Нет, пожалуйста, я не хочу заниматься этой ерундой. Не видно ни хрена. Жаль, я хотел полюбоваться видами. Ну ладно. Попытка, блядь, не пытка была, блядь, съебаться от этого. По ходу дела, вот я вроде только начал как бы типа во вкус входить, да, ну как бы что, вроде типа. У меня даже, я очень не хотел сегодня играть, потому что временем, бля, я проспал полдня, 12 часов точнее, и как бы я хотел в Киберпанк сегодня поиграть. Но решил поиграть все-таки в Сому, и как бы, ну, времени у меня было не так много, я немножко расстроен был этим. Так, а куда мне надо ее вообще привести в итоге? Сюда, наверное, да? Ну, как обычно в таких вещах. Давай попробуем. Так, тут разбито. Хоп. Так, ладно, я понял, дальше. Я понял, дальше. Ага. Ну да. Ну да. Блять, лаги. Это было бы слишком... Не, она, кстати... Оно не сложно, кстати. В смысле? И? Не понял. Я что-то сделал? Нет. А почему? А как? Я, может, типа, не так что-то... Может, я что-то не то сделал? Ля ты крыса, нахуй, там еще ограниченное... Я, блядь, я прям так и знал, что ну какая-то заподлянка, нахуй, будет. Ладно. Хуй с тобой. Попробуем, давай, по-другому сейчас. Учитывая то, что они взрываются, эти штуки, наверняка тут ограниченное количество вариантов есть развития событий, поэтому... А, блядь, ебалан. Ну, это было несложно. Да уж я вижу, блядь. Радиобуфер. Boober, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Блядь, подписывали бы хоть кто разговаривает, а то, блядь, непонятно. Can do, that stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom of Theta. Спасибо, дорогая. Я об этом, блядь, догадался еще в начале игры, когда читал про эти черные ящики. Ты, как всегда, своевременно, блядь, мне выдаешь информацию, блядь, пиздец. Вот, блядь, бестолочь, нахуй. Ну да, черные ящики, это вам, конечно, не платиновая подписка, нахуй, в Trauma Team, блядь, которая пролетает к тебе, бля, по первому чиху, нахуй, со спецназом. Эх, ладно, блядь. И, кстати, да, вот, к вопросу о переводе, о переводчиках. Если кто знает английский, наверняка они слышат, сколько много персонажей употребляют слово «фак», причем определенно в матерном смысле. Здесь это вообще просто игнорируется, здесь даже просто ругательств никаких не ускакивает, когда они говорят слово «фак». В карантине. Да иди ты в пизду.
Иди в пизду, бля. Я еще код какой-то теперь должен идти найти, нахуй. Охуенно, блядь. Бля, ты крыса, конечно. Че? Глич. Блять, могу поспорить, что это не явно не к добру. Did you do that, Catherine? What? Never mind. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? У тебя what тоже? Are you talking about? Я, конечно, не хочу показаться пессимистом, но что-то тут явно не так. 7755. Я вот тоже чувствую какую-то, блядь, подлянку, нахуй. Ну и все. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Вот, опять-таки, к слову об электроовцах, нахуй. Я играю за Чурбана Железного, как бы типа за робота с энграммой Саймона. Или за Саймона в роботе, непонятно. А она типа дохуя говорит, да я человек, просто я в коробке. Почему, блядь, у робота, у Чурбана, сука, есть чуйка, он чует, что какая-то жопа и что это, блядь, подстава. А она типа, которая дохуя человек, нихуя не поймет, блядь. А как же бабская интуиция-то, ёб твою мать? Ну, то, что все мертвые, это, блядь, могли бы и не сообщать. Что это? Короче, я не понимаю ни хера, тут какая-то хуйня. Чего? Чего мертвые? Защитно мертвые не кусаются. О, ребята, вы, блядь, еще не знаете ничего, нахуй. Мертвые могут кусаться, причем очень больно. В некоторых играх так особенно. Вот, блядь, вот я чувствую падлу, вот прям вот, да. Готов к работе. Идет заполнение. Чё, блядь, со мной её поднимал, ебан. Ой, вот, да. Я в очередной раз вспоминаю Джонни. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Так, это что? Это друг? Зелененьким подсвечивается. Похож на моего кореша. Блядь, ну ты долгий, нахуй. Давай быстрее. Это не мой друг, это Марио, это ебаное. Ладно, давай, завалим в хазу. Ну чё, козлы, не ждали, блядь? Егетра in the house. Творяй врата, блядь. Чё, мы вам все хотим. Прости, что? Да пошел ты в хуй! Бля, ты крыса, нахуй. Ну, да. Снова догадаться, конечно. Все так просто не будет, бля. Мне все равно придется прыгать через ту ебалу, бля. Ну, пиздец. В этом кабель, блядь, разорванный. Что за нахуй? Ну, как бы, в принципе, оно... Тут как бы... Гравитация, она типа, ну, как на Луне, наверное. Блять, вот как-то здесь стрёмно, пиздец. Ага.
Я против, я не хочу тут идти. Блять, это щек. Да уж я тоже, блядь. Пизду, куда ты полез-то? Ага. Ёб твою мать. А камеру как-нибудь можно это попрямее сделать, блядь? Куда ты, сука, блядь, куда тебя понесло, чертыло, блядь? Бля, ты самоубийца, на, вообще, конечно. Ну. А, ладно, похуй. Так, прокатит. Бам. Видали, видали, нахуй, какой я, блядь? Летун космический, нахуй. Ну ладно, ладно. Так и дашь. Да, микроном. Ну, может, откроешь мне уже? Э, хуйня. Let's find that О, да. Как здесь круто. Здесь просто секс. Ебать ту Люсю, нахуй. Телки оторвали башку, нахуй. Кто, что, зачем? Логично, что ты не можешь послушать ее черный ящик, потому что его как бы нет, он как бы где-то оторванный. Бля, и этой тоже башку оторвали. И этому. Почему какая-то шея маленькая по сравнению с телом. Ну я понял, в общем, что меня ждет. Мне здесь тоже, наверное, башку оторвут. Зачем? А кто? А почему? Какое-то гнусное место здесь, конечно. Да. Нет, сам. О, май. Япончик. Блять, ну, короче. Хороший карантин, блядь, ничего не скажешь. Вон, блядь, ебаные чернила, блядь, и тентакли проросли сюда. У меня такой же, блядь. Ну, в общем, как-то да. Как-то так. Ладно, у меня есть два пути, как обычно. Но Мегетеру надо уже идти готовить ужин, так что, думаю, на сегодня остановимся на том, что я съебался с Тетой и допиздил до Микрона. Думаю, как раз это логическое завершение дня. Ладно. Так, ладно. Монтаж завтра, потом 3 дня работать. Короче, через недельку, может, продолжу. Все. Ладно. Hasta luego.